Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать свежий обзор на растаможенный караван Этабэй 2005 года выпуска. Пятиместный караван с французской кроватью. Караван полностью растаможен и находится у нас на площадке в городе Пскове по адресу улицы Николая Васильева, 82А. Цена данного каравана 552 тысячи рублей. Караван полностью укомплектован. Забирали его у частника Великобритании. К нему прилагается полноценная палатка, к нему тоже подойдем. Мувер, Dual Active Reductor уже стоит. Хозяин все отдал. Да, очень достойная игрушка, свежая. Как раз на межсезонье такие за разумные деньги, конечно, можно купить. По нему как раз обзор сделаем, посмотрим по состоянию. Сразу же начнем по низам. Клиренс у данного каравана подвышенный. Идет все низы. Все абсолютно аккуратненько по нему. Нигде нету скольчиков. Все очень аккуратно. Сегодня такой мороз. На моечку заехали, помыли его. Так что ящички не все сможем открыть, потому что уже подзамерзло. Ну, я все открывал, расскажу, что там находится. Накладка на дышло в идеальном состоянии. Нигде коцки, ничего нету. Плюс эти осмотры. Караван все проходил, и документы все, само собой, имеются. Алковская система тормозов стоит. Сразу же передок откроем, потому что здесь у нас уже механизм, вот он весь рабочий. Dual Active Reductor, который позволяет при движении пользоваться газом. Итак, палатки тут, вещи абсолютно тут, чего только нету. Все мы абсолютно оставляем. Газовый баллон есть. Так что сейчас пойдем уже дальше по уголочку. Все посмотрим. Состояние его отличное. Ну вот они все уголочки. Все аккуратно, куда палатка заводится. Тем более палатка здесь полноценно идет данному каравану. Конечно, приятно такие караваны покупать. Хотелось бы каждый день, но такое каждый день не купишь. 500-я модель. Длина его, я померил, 5,20. Идет и плюс дышло, 6,20. Кассета на месте вся абсолютно. Вот они, наклеечки. Все абсолютно присутствуют. Вот. Что касается дальше. Вот он, мотомувер стоит. Пульт от мувера тоже есть, что позволяет с помощью его управлять караваном. Уже штатно идут литые диски. Резина вся одинаковая. Как раз заглянем сразу же подвесочку. Резина жгут стоит. Состояние балки отличное. Запасочка. Ну, я бы сказал, бы абсолютно новая, как и должна быть. Находится тоже снизу. Кстати, очень удобно откручивается и вынимается. Состояние рамы абсолютно все отлично. Арочки все целые. Это вот для палатки закладочки идут. Что касается по весам, масса его полная, тонна 533. И масса без нагрузки тонна 278. Очень, кстати, удобно. Стеклопакеты стоят здесь, уже идут как втоплено. Очень, конечно, удобная система, однозначно. Единственное, накладочки нету на газ, это которая в палатку подается, но это мелочь. Это ящичек дополнительно. Конечно, пойдем назад. Здесь, конечно, уже красивые такие фары, кругляшки. Ну и видно, что модель, конечно, свежая на дороге. Сегодня вот у нас морозец, минус 11. Помыли его аккуратно. Ну. Снизу также посмотрим. Там все отлично. У данного все накладочки на лапы все имеются. И также здесь антенна, само собой, присутствует.
подкрасов по кузову нигде абсолютно каравана не было. И документы все само собой имеются. Пакетики все свои штатные, как и должны. Люки все отлично. Также здесь арочка вся целая абсолютно. Вот они, диски все одинаковые. ГТР идеал, резина стоит. Аккумулятор у данного каравана присутствует, замок под замерз. И это там уже палатка лежит полноценная. Тем более, ребята, в описании будет сайт, где точно видна вся информация, чуть ниже под роликом в описании. И ВКонтакте не полная идет, что там есть, что продано, а уже спокойненько на сайте вы точно видите все, что в наличии. Если караван продается, либо на предоплате, он просто уходит в проданные. Там легко со всем разобраться. Вот такие здесь светленькие диваны. Караван вообще сам по себе светлый. Вот она, французская кровать. Считаю, что ниже уже ничего не... Выше классом уже, выше этой кровати уже ничего не придумаешь, на мой взгляд. Ковры, причем у хозяина, еще дополнительно были пошиты. Сейчас посмотрим. Шторка нигде не порвана. Обои свои штатные, само собой, у каравана идут. Мебель вся шикарная, аккуратная. Действительно, здесь уже плюс, конечно, это панорамные люки. И причем здесь уже чем удобно, что стоит их два панорамных люка. Абсолютно нигде они не побиты. Ничего. Сетка не порвана. Ко второму мы тоже подойдем. Уголочки. Наверху, ребят, везде смотрим. Где вы смотрели, это что шторы в палатку. Вот они, чистенькие, аккуратно, практически новые. И, конечно, плюс здесь очень удобные уже такие стеклопакеты. Не стеклопакеты, а жалюзи. Вот так идут. Захотели, сняли, убрался. Но очень удобные, конечно. Вот они, диваны. Говорю, все чистенькие, аккуратные. Снизу тоже все раздувы, само собой, все стоят. Так, сразу же от мувера пульт уберем его. Уберем его стандартно. Холодильник. Большая морозилка. Дометик стоит. Газ, электро. Все оборудование, само собой, все рабочее. К нему также прилагается два стола. Вот на один стол свой. Все, механизм, все работает. И второй тоже подойдем. Все документы, все на караван, само собой, все здесь лежит. Кому интересно уже будет, сам все проверит. Часики стоят свои штатные. Ну, такая стоящая игрушка. Однозначно, все равно считаю, что это игрушки. CD-чейнджер у хозяина стоит. Плюс магнитола обычная кассетная. Все абсолютно остается. Что касается палаток, как я говорил, мы их не убираем. Только приходится еще самим покупать эти палатки. Вот. Спереди обязательно, ну, щелкайте, смотрите. Все щелкали, сами смотрели. Ну и снизу, конечно, здесь все шикарно. Полы нигде не будут шататься. Столешница также в отличном состоянии. Плюс еще дополнительно здесь такая удобная столешница идет. Насос под воду есть, газовая плита. Чистенько, аккуратно, все механизмы рабочие. Каравана мы не отмываем, запахов химии и посторонних запахов, само собой, не будет. Здесь уже удобно отток и приток воздуха стоит, вентилятор очень удобно. Это вот под телевизор, удобно. Телевизор поставили и уже в такую сторону, абсолютно как удобно, можно крутить, смотреть. Действительно удобно. Вот он, конечно, второй панорамный люк. Шкафчики, само собой, все одинаковые. Подзакроем.
Ну и залив посмотрим снизу, потому что там не было не подлезть. Горячая вода, само собой, здесь есть. Сейчас я подниму. Здесь стоит уже бойлер на 10 литров. Абсолютно вот какой беспорядок здесь есть, он так и остается. Вот она лежит, палатка полноценная. Бойлер на 10 литров, само собой, присутствует. Газ, электро. Плюс еще у хозяина здесь было напилено, ну, наверное, чтобы удобно было спать, не проминать и не ломать штатный свой матрас. Тетфор, понятно, кассета стоит. Душик тоже весь имеется. Щелкает туалет. Обязательно щелкаем. Ну, состояние душевой отличное, поддон в том числе. Вот он, холодно-горячее. Подсветка на зеркало идет. Зеркало еще, вот оно свое штатное, которое от модели идет. Все закрывается абсолютно. Ну, то есть захотели, закрыли зону. Вот. К столику я, наверное, не открывал. Столик, вот он, штатный, весь имеется. Свой триматик, газ, электро, короб нигде не побиты. Что позволяет до минус 15 спокойно им пользоваться. И ящик последний откроем, посмотрим. Здесь вешалки, какое-то ведро. Также все остается. Так что, ребята, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Какие вопросы есть, WhatsApp работает. Вот, звоните, пишите, подписывайтесь на наш канал. И спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.